Привет, друзья. В общем, вчера вечером я после всего думала, посмотрела прайсы других жилищных комплексов. И все-таки я решила записаться на прием в жилищный комплекс ВОЗ, в котором я была с Ириной. Предыдущее видео у меня было о нем. И сегодня я вчера ночью записалась. Мы, во-первых, вчера вечером съездили, меня пригласили девчонки в ресторан «Устрицы» покушать. В общем, у меня второй день рыбные, но мы, по-моему, будем есть устрицы. Так девочки сказали. Я открою вам большую тайну, что ранее я устриц не ела. Мне все равно больше нравится, чем сладкое. Так, если я выживу, завтра этому видео быть. Все-таки записалась на прием сюда. Сделала себе appointment на экскурсию по этому жилищному комплексу, и вот я здесь. Сейчас я в лизинг офисе, ожидаю, когда меня примут, и буду ходить смотреть номера именно с сотрудником этого жилищного комплекса, узнаю прайс, цены, все вам расскажу. Ванна, туалет.
прекрасные комнаты. Полноценная. Да? Это такое себе переходящее. Посмотри, сколько тут мест. Окей. Там шкаф, наверное, гардеробный. А я не знаю. Можно я гляну? Вон, заезжай. Не знаю, рельсы нет? Было. Были рельсы. А, да, окей. Тут двери. Окей. Ага. Ага. Окей. И шкафы. Отлично. Окей. Окей. Ну, она и 800 с копейками стоит. Все-таки не... А та первая? А та почти 700. О, okay. Thank you so much. You're welcome. Okay. What floor would you like to be in? First floor, second floor, or third? Okay. Let me ask you. Let me ask you. Yeah. Так, в общем, посмотрела я здесь халабуды. Блин, мне нравится это растение. Та-дам! Вот, посмотрела я тут халабуды, и я уже приняла решение, что я буду сюда оформляться. Короче, сегодня через сайт делаю заявку, и Мия, это менеджер, она сказала, она мне поможет с оформлениями, с кредитными историями, с какими-то рентными историями. Но у меня это все есть, потому что я тут уже все-таки живу с февраля месяца. То есть у меня уже сложилась какая-то тут хреновая история. Хистори! В общем, буду оформляться. И вот эта вот вторая квартира, которую тут вы уже увидели. Я, конечно, понимаю, что в студии я сэкономлю денег целую кучу. Но одна комната, жить и работать мне будет сложно. Я понимаю, что я работаю не так уж сильно и много, но... Я работать буду больше. И я все-таки не хочу там, где сидеть, там и спать, там и всяко разно. Я не только тут хочу спать, я тут хочу жить. Поехали в магазин и купим футболку. Встретимся уже в другом видео. Это такой маленький обзорчик моего решения по жилью. Все, бай-бай.